Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Давай так пробуем. На самом деле, чел на пиратах прям очень повезло, что я вылетел. Ему была бы такая жопа. Жадничать, в смысле, ты про прошлую игру? Это правильная игра называется. Попробуй. Тоже так поиграть. Петя, вуф-вуф! Допустим, так. Жаль, просто ешь зефир, это не зефир, это котлетка куриная. Какой зефир? Я в целом сладко не особо люблю. Пойдет. Я бы левел сделал, но учитывая, что здесь нам пара сразу предложилась и монета, в принципе, нормально будет сделать, что вроде на следующий левел забрать монету, а билку дать куда-то. Потом снова левел, эту монету реализовать, снова билка. Любишь печеньку и протеин? Не особо, наверное. Ну, я пробовал, на самом деле, все по-разно, не особо. Интересный факт, у тебя фанаты единичные играют на твоем уровне. Вчера видел, что чел с ником Арслан Позор тоже 20, 120. Молодец. Аля, от имени всех сутулых друзей поздравляю тебя с днем рождения. С нашей помощью можно взглянуть на мир под другим углом. А? Аноним. Хоть бы подписался как сутулый парень, тогда вот так вот. Оля, с днем рождения. А кто, какая Оля? Арслан, ты когда-нибудь ловил макет собора на клейку пожирателя? Да, ловил, они не работают вместе. То есть ты имеешь в виду мутант, если будет работать два раза, одну и ту же карту поедать? Нет, не поедает. Если ты первую дашь, у тебя просто эффект никуда уйдет. И ближе твой трек. Ну, ноль, я пчела 25.05, я таки подумал. Только квест вроде работает динатория. Нет, нет, тоже не работает. Это мы тоже, ребят, чекали, смотрели уже. Пофиксили. И то, и другое не работает. Хлестна будем искать, но здесь хлестун чуть слабо заходит. Но вообще, если ты имеешь что про четверку какую-то, то Матронуса зайдет в разы лучше, чем хлестун. У тебя всего один зверь. А представь себе Матрона. Это, в принципе, карта, которая играет довольно редко. О, все, теперь хочу две Матроны. Сейчас же. Ты просто зверь. А? Удивнул? А, у него три карты в руке, что? Подожди, что за 3-2, это... В смысле, в этом и смысл даже... В этом и смысл даже никакого. Если он думает, что таким образом он получит себе наклейку на гусыне, то хрен там. Квест чекает еще руку тоже. Вот эта хрень, она чекает руку. Есть вариант забрать Квинокрова плюс тебя, плюс обилка сюда. Есть левел, просто левел. Я бы левел, честно, пошел. Я не особо хочу просто в это играть. И в этом. Ну, в плане демонов нет, мехов нет. Смысл от тебя прям тоже, я думаю, такого нет. Вот это да.
Да. Аплодирую всеми лапами. Готов восстать из могилы. Теперь он на мой стол смотрит, такой, а что за 3-2? А вот и ты. Я тут пригнал стадо существ. Так, что у нас здесь есть? КТ представляет. Давай так. К этому существу я уже привязал. Ты же поддержишься. Я знаю, что это куда-то просадим. Ради монеты. Это покушать. Кушай, кушай. Давай мне щит тебя покушать. Попугай дали. Попугай это попугай, хорошо. Где треки за балл? Ну сейчас играют же, все потихоньку играют. Я за донаты ставлю. А ты отлично выполняешь команды. Окей. Ай-я! Песня. Я тебе могу ссылку дать, что такое играют. Вот жестко. И, кстати, трек за баллы, так что не надо тут. Ну да, твой трек будет следующий. А, так бобуш нет смысла брать два топ-пьета на столе с первой. Да нет, ладно, типа топ-пьета, если соберут, конечно, хорошо, но... Вове, наверное, смысл другой, чтобы... У тебя просто четверки допрок или какой-то стаб за форсы пробовать. Слушай, в каком формате сбор шахматиста проходит? Сборы. Слушай, я когда был на сборах, там знаешь, что было? То есть там целый день, там прямо расписание было жесткое. Мы там просыпались с утра. По-моему, все собирались всякие вот там покушать, не покушать. Потом когда шахматами занимались. Квейт, что такое сильно? Тебя зафидить. Ой, хорошо. Вот, так что дальше-то? Ну. Мы занимались, потом там долго, на самом деле, довольно занимались. После, кажется, этот шел. Всякие физ-штуки, там зимой обычно происходило, там на лыжах катались, на коньках катались, что там, бег, я помню, был тоже очень долго. Вообще, если подумать, это в целом прикольная штука. Сбирайте. Готов восстать! Ау! Ммм...
Не круто. Над, куль. А-а. А-а. Я хочу так продать. Что я верю. А я верю в чудеса. Знаю, что не так поется. Там. Но мне ждать стенка. Потому что пиротычка за мной. Оп. Оп. Монетку не получил. Блинский, мне нужна была эта монетка. Мне нужна эта монетка. О. Подмигиваем. Оп. Два реборна. А, да, Слад? Кто сказал? Кто сейчас может изменить ради любви? Ради любви, ребята, ради любви. Что продаем? Мы можем лесна продать. В принципе, пофиг, наверное, на него. Мы точно механика не оставим, вопрос только вместо чего. Кусы не может собраться, треплет отсюда вот. Так что давай ты на выход. До свидания. Альбидарич. Ты мастер способа пожарного дни, я был кандидатом мастера. Но там на самом деле жестко было. Эти сборы были реально жесткие, потому что... Там, помню, еще шоколад, кстати, оставались. Там особо не хотелось. Жесткие были в плане того, что прям нагрузки было много. Там целый день что-то делалось. Там, когда вечером еще тоже занимались, я уже просто вот так вот вырубался. То есть я никогда вообще не вырубался, не было такой ситуации, когда я могу сидеть и уснуть. Но там были такие ситуации, где я реально просто сижу, и я даже не замечаю, как чух, я вырубился. То есть единственное, когда это было, это на сборах. Сколько есть сборы такие? Пару недель. Чё ещё в шахту занимался? В смысле, на сборах этих или вообще? Так-то и на айкидо ходил, там еще что-то делал. Но на этих сборах там делал, что ты уставал, потому что там было такое огромное озеро. Вокруг него нужно было там... Дофига кругов бежать. Окей, давай так делаем. Сложная, конечно, штука. Еще этот был... в номерах наших убираться нужно было, чтобы было все чисто. Если тренер заходит... И видишь, что там есть какая-то грязь, ну что-нибудь там фантик, допустим, лежит. Все, 10 отжиманий. Там либо отжимания были, либо сколько-то кругов вокруг этого озера. И как раз таки... А косяков было дофига. Реборн-то штуку. Можно залочить-то. Не сильно бы... Да там, возможно, вообще это какая-то штука могла быть и до тебя. Ты мог прийти, просто увидеть ее, и в этот момент еще тренер заходит, он тоже увидел эту грязь, а ты... Знать, не знаешь, откуда она вообще взялась, и все равно отжиматься надо. Ау. Я лучше не разжму, чем убираться. Не, там оно вытакавливается, ты увидишь. Я не помню, как считалось именно круги вокруг озера. Сколько это было отжиманий. То ли полтинник, то ли сотня. Тёма! Сейчас еще 5 волков найдем. Какие сборы пожарного нажирались, как дикие свиньи лупили друг друга досками. Не, у нас там было из развлечений, не помню что. Я помню, что вот это было. Допустим, там всем воду давали.
такая бутылка, Шишкин лес была. Примерно как вот эта вот штука по объему. И там на спор нужно было этот выдать сразу две. Отличный удар. Замечательно. О, подожди-ка. Молчу. Сандовоз. Еще монетки. А, мои монетки. Как-то можно справиться хотя бы в теории? Не, никак. Жалко. Жалко-то как. Когда будем подача по ХС? Хрен его знает. Так, это... Сюды, бро, давай. Ривендер, вот бы его позолотить, конечно. Но надо его вот сейчас забирать. Не делать следующего позолотим. Следующий же будет, верно? Следующего точно идем. Тема волка обещал, кстати говоря. Вот отсюда. И не собрал Тёма. Ай, Тёма, не собрал. Так, это давай залочим, давай залочим, давай залочим, давай залочим. Мне нужно беньки тогда. Как-нибудь. Он всего на 7 проиграл. Я бы очень хотел... вот так вот остаться посидунькать, наверное. Ну или тебя продать, тебя поставить на стол, да? Ну, давай так сделаем. Не жадничаем. Эту штуку мы будем золотить через прикосновение. Я не знаю, что продавать потом. Вот я поставлю Ривендера золотого. Вместо чего? Вместо чего может выйти мой золотой Ривендер? Вместо ящера? Ящера ходят. У нас будет два волка и всего две карты призывы. Это достаточно? Актасария, да это хрень. 24-24 призывает. У нас буяном имбам. Эта хрень под буяна может такие карты призывать огромные. То есть это точно остается. Теперь ты, вожак, вместо обычного Ривендера вот это может быть. Это может быть. Тут либо Ривендер обычный, либо ящер. Ну тоже хз насчет Ривендера обычного продавать или нет. Но очень не хочется убирать карты на призывы. Четыре в Ривендера превратит. Ну, может, превратит. Сейчас кто-то знает. Может быть, Тёма нам еще одного волка даст, а? И все, я видел все проблемы. Ящер равно может. В прошлый раз ящер призвал механоконя. Подожди, у нас еще один механоконь откуда-то есть. Он снова, что ли, призвал механоконя? Ящер очень хочет остаться. О, реборн дали. Ящер говорит, я хочу остаться. А вот и он, Стимминг. Tromboon Original Mix. Так, хейтер, ты чё там? А ну-ка. Оп. Что мы в итоге решили выкинуть? Какой реборн? А, думаете, он призвался, он переродился? Ящер или Ривендер? Ящер призвал коня. Say no more. Ни слова больше, ребята. Ё-моё.
Подожди, может мне хватит? Не хватит, фак. Или подожди, все еще хватит. Мне не хватит. Давай так это сделаем. Хотя, блин, давай сразу усилятся, что мы ждем? Минус, минус, забрал сразу глазки сюда, поставил монопард. Ну и хрен, какая мне разница, ящер, монопард, плевать вообще. Все мне хватает, все нормально. Почему-то, кстати, борн ящера, вопрос, какого? Какого ящера? Тёма, пятюни давай. Тёма, давай пятюни. Ещё попугай дают. Ну, под волка давай, пусть будет нормально. Бананя! А буба. Сюрпризы, мурлоки. Оп! Это не стенка была, фак. О, есть стенка. К этому существу я уже привязался. Может, приютишь кого-нибудь? Ну, два хода. Нет смысла эту штуку обилку давать. Может, штанишки повесить, а потом снова штанишки повесить. Проблема в чем заключается? Нас можно обмануть. Ну, стенку надо ласвать, элемент неожиданности. Это правильно, да, правильно мыслишь. Может, на такую штуку просто сделать сразу стенкой? Может быть, это правильно даже. Ну, вот так и сделала, погнали. Штаны в славу попугу, за что? За что? Он же пытается атаковать, чтобы сработать. Снятые штаны блочат, не-не, ничего не блочат. Вайт может кидать стенку на том, что уже есть стенка, ей плевать. Мы сейчас до этого вылетели, у нас стенка закинулась. А, значит, там не было стенки. Ну, в любом случае, может на стенку накинуть. Что, уже чуешь победу? Сколько сотов? 829. Какой-то игры. Жестко звой. Недовольны. Ты следующее. Взлом жепы. Подожди, она что, ворует чужое? Там прям по-любому золотой. Меха на коня мне! Тетя Ревендайр. Ну это лучше, чем ты. Ну-ка, заберем. Блински. Злочение. Это
Все хорошо, через два хода, когда проснешься, мы заюзаем как раз. Ребят, вот подумайте, от чего мы можем вообще отъехать? Предполагайте. Клиф, но нет, нет мехов, нет пиратов. Сидрай Вайтмен. Согласен. Лучница 2020, и поэтому от лучницы 2020 есть смысл бабл себя поставить. Сейчас посмотрим, умом ли это. Сейчас, ребята, знаю, умом ли это. Сними штаны, он мне нужен в стенке. Окей, ладно, здесь не особо умом. Опа! Отличная работа, шипа-ведьма. Ну мы чуть-чуть больше. Карта сколько? 520. Чуть-чуть больше. Ривендер, покажи ему. Покажи ему, Ривендер! Двести умножить на 2, 520. Ну там смотри, статы же как работают. 200 статов призываются, удваивается буяна, он потом смотрит, такой, подожди-ка, статы зафиксировались. Он такой, не понял, как зафиксировались. Давай-ка исправлять, давай ему давать статы от того, что волк забафался. Вот эти вот волк, который набафал, но еще сверху считают. И в итоге получается 520. Такая двоица есть, но кому-то не особо нужна. Нам нужен механокон еще один. Вот этого чувачка собирать было прикольно. Но сам просто механоконя, я думаю, ищем. Забав такой. Может быть, с этим. Блин, снять ли стенку с волка? Стенка в Ривендере нормально, на самом деле. Это не такой плохой мув, стенку садовать. Ну, как будто есть смысл тоже в этом не так много. Почему никто в курсе, никто не в курсе, никто не знает. Для нас это тоже тайна. Ну ладно, я хочу так остаться. Но нас... Нужна терапевтичка, в общем. Ну это ладно, не страшно. Чтобы попугай не переродился. Жестко. Это, ребята, жестко. Направо? Фак, фритычка тоже не получается. Если у него есть где-то шанс, то по идее вот, вот они. На экране. Нет, это не они. Нет, это не они. Но он здесь, кажется, выживает. Причем всегда. А, даже нет, не всегда. Ау! Банов? А нет, это равно. Еще кого дали, скакуна. Ну, жестко. На лаке выиграл, да еле-еле повезло, там у меня карта на одном хп выжила. Наверное. Так, там ласт трек, по-моему, забал остался. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.